Всем привет, с вами Penny Press. И сегодня я вот уже четвертый день в подряд буду открывать кейсы на изи-дропе. Так, начнем по традиции с фришечки. Она вроде доступна, да? Давай посмотрим, что с нее тут может выпасть. Что-то звук с задержкой работает. Странненько. Алоха. Ну, начинаем с алохи, да? С алохи за 27 рублей. Пойдет для апгрейда. Не гроза, это уже зашибись, да, то есть. Ну и ничего круче. Вот, а тут ножи. Нет, все-таки эмбарго, я думал нож будет. А тут эмбарго. Ну что ж, ПП Бизон эмбарго. Так, ну, как бы не так уж и плохо, да. А где гроза? А, тут снова алоха, да. Тут снова алоха, окей. А это за 6, ну за 6 можно продать это. За 6 это для лоха, а за 20 еще можно в апгрейд пустить. Так, а чё вообще у меня по скинам тут есть? Я, короче, с утречка крутанул там фришечку. Так, доступно. Нет, не доступно. Вот так вот. Крутанул. Мне, короче, выпало вот это и вот это. Ну, вот это я продал сразу, а вот это пока оставил. Ну, там, мало ли, что там с этим сделаем. Летим. Не изменяя традициям, залетаем сюда. Суды, никаких скидок, ни хера у меня нету. Оставляем здесь 299 рублей. И что получаем взамен? Револьвер, скорее всего. Револь. Ну вот, да, давно. Здрасте, давно не виделись. Здрасте. За 85. Ничего не меняется. Все как всегда. Давай мы тады. Тады снова. Шерпа. По две штуки. По две. Главное крутить по две. Главное по две надо крутить. Это магия чисел. Когда крутишь по две, выпадает по две серых. А когда крутишь по три, выпадает по три. Поэтому крутите по две, выпадать будет меньше. Выпадать серого будет меньше, если будете крутить по две. Вот, видишь. Когда крутишь по две, три серых никогда не выпадает. Поэтому оптимальный вариант крутить по две. Подожди, может сейчас мы крутанем... А потом пойдем, может, апгрейдики сделаем, попробуем разбавить. А, синька начала, да, то есть началась синька. Ну, синька такая, знаешь, синька. Давай мы тогда сейчас в апгрейд залетим сперва. В апгрейд, мы в апгрейде сейчас... А что, где тут алоха вот это? Вот алоха. Алоха, можно алоха и жар попробовать. Ломаем алгоритм, потому что давай, выдавай, изич. Не жмись, не жми бабло. Не жми. Не жми, понятно тебе? А то жмешь там. Малахит, красивый скин. В обмен на жар само то. Но не хочет. Не хочет он обмениваться жаром. А пробовать, собственно говоря, больше и нечего. Нечего мне больше пробовать там, да? Нечего. Тогда мы снова летим вот сюда. И по два. По два, запомните, это открывать только по два. Потому что тогда падает только по две серых. Не по 3, не по 4, не по 5. Именно по 2 серых падает, когда вы открываете по 2. Потом по 2 и надо открывать. Вот 12. Первый окуп. Первый окуп. Окуп. Ну тут снова... Бля. Древнее видение пролетело. Так, ребята, соренто. Звоненто мне. Так, работа даже дома. Так, мы это продаем. Я это вырезать разговор не буду там, потому что я работаю не в профессиональной программе по монтажу. Там водяные знаки всякие будут, всякая такая шляпа, залупа и такая вот. 3 рубля. Ну, ничего. Не, сука, он сегодня должен выдавать. Сегодня четверг, он сегодня должен выдавать. Что за дела? Это изи дроп. Стой на нове. На нове стой. Ой, собака серая ты.
Где мои скины, скотина ты? Жматяра. Вот отсюда, если янтарник выпадет, это нормалды. Отсюда, если выпадет, это нормалды. А вот если с кейса за 3 сотки падает, это говно. Это вообще не нормалды. Африканская сетка. Ну что за... Что за ёпарасете? Что за ёперный балет? Ёперный театр? Это чё я бомблю? Вот я реально, чё я бомблю? Вот из-за чего я бомблю, да? Вот из-за чего? Ну просто из-за того, что скины падают дрестовые. Вот реально, дрестовые падают они. Для чего я бомблю? У меня получается, вот, 3700, блядь. 3700 здесь скинами. При условии, что сегодня четверг, и я закинул только 1К. То есть 2700 у меня как бы сверху чистыми. Вот, на стиме там это все равно там дороже будет стоить. Чё вот, собственно говоря, я бомблю, да? Чё я бомблю? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Один открыл. Ну, когда открываешь по одному, выпадает один серый. Ну, это неинтересно просто, поэтому... Ну, смотри-ка, он даже окупил. Ну, лучше открывать по два, тогда... Как бы это и не так мне... О, это мне, мне... Не, не мне, сука, я думал мне. Все, все пролетело и не долетело. Ну, ничего страшного. И... Не, ну просто я два уже Desert Eagle таких крутых вытащил. Если еще третий выпадет, ну это пипец. Мне, блядь, в комментарии проклятие сыпать начнут уже. Там, не знаю, наверное. О, ровно, 20... ровно 12 рублей на балансе. Ничего себе. Ну это какая-то магия чисел просто. Ну должно сейчас что-то сыпануть, значит. Что-то должно прям сочное. Вот типа керамбита африканской сетки. Но нет. Но нет. Но нет. Стой, 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 виденье. Ах ты ж. Нет. Не захотел. Не захотел он пополнить мою коллекцию. Его величество. Его величество USP. Ну. Ну что ж. Видать, чем-то. Видать, чем-то я его не устроил. Чем-то я ему не угодил. Поэтому он не хочет. Не хочет никак попасть в мою коллекцию. Вот песчаная сетка хочет, а он не хочет. Ну что? Что? Что тут поделаешь? Ну хоть кровавый тигр бы залетел, но нет. Но нет. Так, что у меня тут вообще по доступным? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что-нибудь меньше 30 есть? Нету ничего меньше 30. Как бы это, в принципе, скинчики, которые можно потом в апгрейд запиндюрить все. Запиндюрить в апгрейд, из них что-нибудь попытаться сделать более-менее приличное, то есть который там до 100 рублей, то есть можно в апгрейд запиндюрить, а все остальное можно будет забрать, как-то так. В общем, сегодня даже не близко. Хотя подожди, вот смотри, что я сегодня выбил? Что я сегодня выбил, какие скины? Это вчера у меня было выбито, по-моему, и вот это. Это с фрикеш кейса выпало, да? Вот и вот. А это с этого, да, то есть... Ну нет, тут сегодня даже близко. Я, короче, изидропу вернул сотку. Изидропу я вернул... Пацаны, я, короче, забыл включить свой промокод. Вот, я забыл включить свой промокод. Как я так мог? Как я так мог включить? Забыл. А как он у меня включается? А куда он у меня, собственно говоря, делся? Ёб твою мать. У меня код, промокод, короче, исчез. Хуй его знает, куда исчез. Короче, там у меня есть промокод в описании, можно найти, пополнять баланс, короче, и мне будет приятно. А у вас будут крутые скины в коллекции. В общем, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.